Всем привет! С вами Диксифан. Продолжаем проходить игрушку Enshrouded. Всем приятного просмотра. Продолжим. Так, мне так неудобно. Так, поближе сделаю. Реконструкцию особняка. Что у меня по ресурсам-то? В принципе, можно работать. Ага. Ну, полы тоже есть. Ну, еще сделать. А вот. В прошлой серии мы главный зал начали строить. Так, мне вот это надо убрать. И немного углы срезать у главного входа. Ну-ка, сейчас делаем другую площадку. Меньше. Каменный блок, да? Привязку уберем. Запрыгнуть-то. Ой-ой-ой! Чуть не упал. Блин, большой блок. Вот поменьше. А убирает много. Или как? Или по-другому сделать? Так, сейчас придумаем. Сюда бы крышу. Крыши по 2 метра, 4 метра. Но надо крышу узкую. Какой-то такая-то вряд ли есть. Хотя, такой вполне хватает. Будет ли оно смотреться, конечно. Вряд ли. Лучше тогда так, а ты чего? Ну хотя давай поставим, ну мне кажется, крыша сюда не подойдет. Ну давай, давай оставим крышу. Там вроде были плоские крыши. А вот.
Блин, убрал. Ладно, сейчас. Потом так. Ну, вот это надо будет разобрать. Сейчас надо понять, где мне пешку ставить. По-моему, вот так. Если я не ошибаюсь, то именно так. А вот это надо убрать. О. Ай, блин, это не то. Ну ладно. Я примерно контур сделал. Что-то я вроде же поставил, а? Ну ладно, потом посмотрим. Так. И плоская крыша сверху. Тут. Ну да, по чуть-чуть торчит. Или нормально? Я не понимаю. Как будто музыка прерывается. Так. Идем внутрь. Дверь надо закрыть. Или в ту сторону, да? Не торчит. Так. Выше я смогу, да, сделать?
А вот это для чего я? Точно. Здесь я сделаю вход в подвал. Раз вроде подходит. Под маленькие ступеньки, да? Ну да, вот почти подходит. А здесь бы потайной проход. Потайная дверь, да? Сейчас сделаю стену. Либо здесь можно спуск сделать. Большой. На первом этаже окон мало. Пробуем сделать. А вот в этой стене уже другими блоками делать придется. Сейчас. Такими. Как сразу светло. Под дверь будем делать. Через одну, да? Вот раз. О-оу. Тут вон как. Я даже не подумал. Под каждым окном получается... Скоро мне по-другому надо было сделать. Я смогу все вернуть? Да, это все максимум. Печально. Так, а здесь что? Здесь можно... Тут все нормально. Да, вот видишь, надо было мне делать это под каждым окном, окна. А я сделал как попало. Так, я что-то не понимаю. Музыка то есть, то нету. Вроде игра и не тормозит. Это может пойти не так. Ах-ах-ах. Так. И как у меня сделано-то?
Ну вот, кстати, опять музыка пропала. Видимо, еще не до конца исправили. Хоть и написано было у них в обновлении, что исправили. Ой-ой. Но похоже, что нет. Так, а как мне получается, надо залезть? Ой! Так. Кстати, здесь. Надо лучше тогда подняться. Так, а где у меня потолок-то? Если я... Ой, землю посадил. Тогда надо сюда тоже колонну добавить. Такую же. Сейчас сделаю. Потом там посмотрю, может, еще какой-то блок добавлю для декора, чтобы выделялся. Это у нас, так сказать, пока черновой. Блин. Кнопку перепутал. Там еще надо было добавить. Сейчас темнеет. Блин. Так вот. Ну вот, да, стемнело моментально. Моментально темнеет. А вот и петушок. И это окно, получается, тоже надо. Или что? Или сделать два окна узких. Да, можно. Как-то вот здесь ухода не хватает чего-то. Пока не понимаю чего. Либо знаю, что вот этот спуск лестничный вообще сделать под крышей. И вот на так. Вот на этих вот переходах тоже крыши сделать. Да, наверное, так я и поступлю.
Как-то незавершенно выглядит. Тут у нас окна. Это я пока оставлю внешние блоки временные. Закончилось. Надо, кстати, верстак сюда поставить. Вот опять закончилось. Окна, окна, окна. Надо было сделать все в одной технике на этаже. А то тут такое окно. Ну, вот это я уберу. Это, наверное, тоже переделаю. Чтобы везде было одинаково. Вот так вот. А эти окна выше? Или нормально? Да, пускай будет повыше. Можно вообще до потолка, но я, наверное, карниз буду делать по потолку. Так что вот. Если так же сделать... Ой, блин, я не достану.
Вот так вот. Светло. Здесь вход на второй. Так, стены надо поднять доверху. Вот те полы, кстати, надо убрать. Нет, не перекрывает. Сейчас тогда надо сразу это убрать. Это, наверное, старый пол, поэтому не исчез. Тоже окна скромненькие. Все равно от света не... От факелов не такой свет. Ну, от огня. Все-таки лучше, когда солнце проходит сквозь окна. Тут, да, тут много надо переделать. Практически все. Там еще выше есть. Так, ну вот здесь.
Так, вот это надо убрать. И это убрать. Это старая стена? Я что-то не помню такой. Да блин, я не могу этот уголок сделать. Я же... А, вот. По всей видимости, какой-то из блоков мешал. Дай! Давайте представим, что никто ничего не видел. Так, наверх поднес. Высоко. Так, надо уже заканчивать. Ближе к крыше подходить. Какой вообще наклон у меня может быть? Можно даже уже прикинуть крышу. Вот так вот. Если я поставлю. Ну, это, конечно, не середина у меня там. Она где-то в этом месте. Да? Вот так. Ай. Блин, ладно. Сейчас все исправим.
можно сделать линию. Получается, оно только касается. Должно только касаться. Но если я еще могу ниже сделать, потому что там... Или ровно было. Тут тоже не всегда понятно. Так. Вот насколько надо опустить. Чтобы не торчало. Ой, вроде не торчит. Вот так, наверное, будет. Ну, тогда, наверное. Ты что сделать? Уже всю полностью. Ну, кстати, можно, наверное, так. Хотел сделать окна в крыше. Так. Если только... Сейчас. Сделаю сперва это. Так. Вроде да. Главное не свалиться вниз, пока я делаю. Смотрю-то я наверх. Мне же еще двигаться надо вперед. Если привязку сделать. Привязка-то сразу будет. Вот о чем я и говорил. Материалы закончились. Ладно, самое главное вот с этим окном. Оторчит как. Сейчас полетели к нам. Стоять. Куда-то бы забраться. Да нормально.
Еще городом тут заниматься во все. Кстати, да, сейчас на будущее сразу сделаю. Как вот только сделать вот это? Есть. Блин, большое. Ненормально. Связку сейчас уберу. Не свалюсь. Я, наверное, знаешь. Я это уже не уберу, ладно. Вот эти колонны сквозные будут. И эти тоже. Еще немного пониже. Так, на полблока. Здесь. Так вот. Тут мы. Что же здесь колонны?
А, тут нет колонн. Опять темнеет. И тут пропел, пойдем их убирать. А, кстати, я могу сразу сделать? Да, могу. Сколько-то? 605 могу. О, я промахнулся, засмотрелся на окна. Потолки какие высокие. Может, окна поставить? Где у меня? А, нет, мне надо обязательно. Так, как? Блин, не то. Я ближе не подойду. Если дважды поставить, заметно. Ну вот окна я сделал. Кто-то бы
в два блока. Из всех только вот этот есть. Жалко. Придется его использовать. Это я поторопился, похоже. Да, торчат, нормально. Проверял, вылазит или нет. То, что надо. А, так мне не хватает немного. Меня ты видишь, не видно. Отсюда смотрю ровно. Надо сделать окна. Так я толком-то не менял ведь. Ну, окна вот потихоньку растут. Окна. Ой, тут такое дело, я запорол серию, похоже. Ставил на паузу и не заметил. Не помню, с какого момента я паузу поставил. Ну, короче, я сделал здесь крышу. Мне не хватило ресурсов, перенес кровать и печку на второй этаж, вот сюда. Скорее всего,
Раз вот до того, как перенести, я и паузу нажимал. Здесь в зале я ничего не делал. Ну, потом посмотрю. Отправлю. Немного неудачно получилось. Жалко. На этом серию закончим. А, тут такое дело, мне надо кирпичи сделать. Сейчас я закину ресурсы на кирпичи. Надо, кстати, дерево еще. О, кстати, тут кирпичи есть. А. Их уж не так уж и много. Хватит по 50. 250 бревен и по 100 глины закину. Сжигаться. Видно, получилось очень даже. Простите за мою невнимательность. Такое больше не повторится. Хотя раньше такое тоже было. Мы серию заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. Всем пока.